Подготовка к паводку вошла в активную фазу. Сегодня спасатели взорвали лед на реке Абакан в районе Белого Яра. Это поможет спокойному прохождению воды и предотвратит подтопление райцентра. Константин Кравцов был на месте и узнал у специалистов, к чему они готовятся этой весной. Итак, сейчас уже все готово к взрывным работам. Специалисты называют эту процедуру рыхление льда. Буквально в километре от того места, где мы находимся, взрывчатка уже заложена в заранее подготовленные лунки. Эмульсионит, промышленное вещество, порядка 500 килограммов. Надо отметить, процедура рыхления льда для республики традиционная. Ледовзрывные работы проходят накануне весеннего половодья для того, чтобы разрушить покрытие и обеспечить безаварийный путь речной воде. Результат, в принципе, удовлетворительный. Лед подняли, лед пойдет по трещинам. В принципе, все просто. Толщина снежного покрова находится или около нормы, или ниже нормы. Толщина льда на реке Абакан находится ниже нормы, поэтому в период вскрытия реки Абакан мы каких-то проблемных вопросов, таких связанных с подтоплением населенных пунктов, не прогнозируется. Надо отметить, что сегодняшние работы лишь начало. На реке Абакан три потенциально опасных участка, требующих особого внимания. Это Белый Яр в Алтайском районе и два участка в районе Абазы. Ну а главная задача подобных работ – это обезопасить население от потенциальной угрозы большой воды. Константин Кравцов, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.